«Наноросія» представила на загал свій новий винахід – електромопед. Але, як часто буває, нові винаходи в Росії вже давно застаріли у США. Більше про винаходи із минулого знає наш спеціальний кореспондент із Запоребрика Свєта Блабада. Їй слово, а я вам кажу – до побачення. Россия очень самостоятельная и независимая страна. Мы не нуждаемся во всяких паршивых американских, западных или китайских продуктах. Наш народ может все произвести сам. От элитных вин и сыров до электробайков, которые трансформируются в чемоданчик. Россия уже отказалась от гадкой западной еды. Но это капля в море. Совсем скоро русский человек плюнет на весь ширпотреб, произведенный за пределами родины. Нет, совершенно продукт, который выдается. Отечественный производитель, главным идейным вдохновителем, которого является Анатолий Чубайс, он же директор российской корпорации нанотехнологий. Да, у нас и такая есть. Спешит порадовать русский народ наноизобретениями. Работает! Работает! Ведь в России даже дети изобретают роботов-слонов. Национальная технологическая инициатива нам нужна для того, чтобы не бесконечно догонять лидеров, а самим быть лидерами. А простые русские мужики способны создать интерактивную комнату в собственной квартире. Впечатляюще. Это электроскутер, который будет стоить всего 600 тысяч рублей. Изобретение, вероятно, будет столь же успешно, как и ранние русские разработки. Мы напомним самые лучшие из них. К примеру, первый русский смартфон. Он заставил вздрогнуть всю компанию Apple – Йотафон. У него два экрана. Один же кристаллический цветной, а второй черно-белый, так называемый электронный чернил. Только посмотрите, до чего красив. Его стоимость всего 30 тысяч рублей. И таких в России выпустили уже целых 3. Мне не надо. Кроме того, российские разработчики представили миру телефон «Тайга» – антишпионский смартфон. Если я включу диктофон на устройство, сразу загорится красная лампочка. Если я включу GPS, также будет красный световой сигнал. В нем вы можете отключить все – камеру, микрофон и даже сделать так, чтобы вам никто не мог позвонить. Словом, будто вы в тайге. Кроме того, в России есть целая серия православных телефонов. Позолоченный iPhone 7, который выпустили специально к Пасхе. И самый православный. С позолотой, да с бриллиантами. Но самое главное, с инкрустированным портретом батюшки нашего Владимира. Спасибо тебе, Вова, за крылья. Таких в России всего 44. И цена совсем смешная. 5000 долларов. Не такие деньги, чтобы я мог разбогатеть. А это современнейший планшет от Ростех, весом в 1,5 килограмма. Правда, лжецы, которые не любят Россию, утверждают, что это старый американский планшет. Российские планшеты, инновационные, продвинутые, разработанные лучшими российскими инженерами, оказались американскими планшетами. Но все это, конечно же, ложь. Российский производитель спешит занять первое место на мировом рынке. Просто для создания идеального нужно время. Это советский автопром! С вами была Света Блабада из Москвы. До новых встреч!